И всем привет, с вами Каиса, и я продолжаю проходить Tomb Raider 3. Ну что ж, мы отправляемся в Великобританию, в столицу Великобритании, в Лондон. И наша первая миссия здесь называется «Причал Темзы». Ну что ж, давайте знакомиться с этой местностью. Так, мы на крыше. Ночью где-то мы на крыше, что-то мы тут делаем. Так, первым делом нам нужно прыгнуть через наклонную эту. Так, не получилось с первого раза. Давайте еще раз попробуем. Нет, не получилось. Так, там колючая проволока, кстати, справа. Давайте еще раз. Вот. Припрыгнули наклонный склад. Мы идем за первым секретом в этой миссии. А их здесь 5 аж. Аж 5 секретов. Берем кристалл. Шаг назад. Берем патроны к ружьишку. Так. Прыгаем на этот блок. Дальше подтягиваемся. Так, залазим выше. Так, теперь подходим к краю. Давайте посмотрим, все хорошо. И прыгаем на желтый подъемный кран. Вот этот вот. Так, разбегаемся и прыгаем. Так, скатываемся. Бежим здесь аккуратно. Так, аккуратно слазим вниз. Так, слезли, прыгаем. Прыгаем вперед и прыгаем вниз. Аккуратно прыгаем вниз. Так. И теперь отсюда нужно аккуратно мимо... Нет, не отсюда. Еще ниже надо спуститься. Так, аккуратно, аккуратно, Лара. Так, и прыгнуть вон в ту дырку. Аккуратно. Не на скат, ни на куда. Так, прыжок вперед. Отлично. Мимо колючей проволоки. Все обошлось. Так, теперь идем вперед. Бежим вперед. И эту... Убиваем крыс. И берем здесь маленькую аптечечку. Что еще тут у нас? И патроны для МП5. Берем. Так, секрет один. Так, теперь валим отсюда и возвращаемся к началу уровня. Так, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Идем шагом. Так. Залазим, чуть-чуть теряем здоровье. Но это ничего страшного. Так, залазим здесь. Лезем по лестнице. Да, это у нас типа лестница такая вот. Так, смещаемся. Так, еще чуть-чуть выше. И смещаемся вправо. Так, отсюда. Отсюда прыгаем опять туда, на подъемный кран. Так, вот здесь забираемся. И отсюда нам... Нужно прыгнуть вон туда. Нужно допрыгнуть. До туда вон. Отлично, допрыгнули. Теперь аккуратно идем. Идем, прыгаем на платформу впереди. И налево разворачиваемся. И здесь мы можем забраться и съехать вниз. Да, и оказываемся в знакомом месте уже. Так, а что там? Сверкает. Я же брал кристалл. А, это подсвечивает. Так, теперь залазим аккуратно. Аккуратно залазим. Так, теперь нужно аккуратно прыгнуть. Давайте сохранимся. Благо кристаллов много. 16 штук аж. Так, сохраняемся. И нужно вернуться на начало уровня.
Да, вернулись на начало уровня. Теперь здесь слезаем аккуратно. Так. Теперь прыгаем. Точнее, спускаемся на желтую эту. Подтягиваемся и сальто назад. Так, здесь мы опускаем рычаг. Так, там птица, правда, летит такая неугомонная. Стреляем в птицу. Убиваем птицу. Так, рычаг мы опустили. Так, теперь по потолочной лестнице перебираемся вон туда. До конца. Так, перебрались, спрыгиваем вниз. Слышим чьи-то шаги. Так, съезжаем по тарзанке. Цепляемся за скат. Прыгаем. Точнее, падаем и цепляемся. И на зеленой платформе вылезаем. Так, стреляем в чайника. Вот черт. Берем у него маленькую аптечку. Надо было другое оружие взять, ну да ладно. Так, давайте маленькую аптечку используем. Так, теперь идем сюда. Аккуратно идем сюда. Прыгаем вперед. Так. Здесь у нас такая непрочная платформа. Нам нужно допрыгнуть вон до туда. Так, допрыгнули. Окей. Так, здесь у нас платформа. Так, здесь у нас крысы. Убиваем крыс. Убиваем крыс. Так, и идем вот сюда. Вот, по зеленому коридору бежим вперед. Давайте оружие какое-нибудь нормальное возьмем. Ну, например, ружьишко хотя бы. Так, и убиваем здесь вот этого чайника. Берем у него ключ. Давайте посмотрим, что за ключ. Флюрумкей. Так, и валим отсюда. Больше здесь ничего нет. Возвращаемся обратно. Так, здесь платформа пока не опущена. Так, что мы делаем? Так, спрыгиваем, цепляемся за платформу. Впереди кнопка. Нажимаем кнопку. Так, мы где-то открыли люк. Опустили. Так. Теперь спрыгиваем ниже. Так, спрыгиваем. Здесь берем гарпунные стрелы. Так, чуть поближе. Берем гарпунные стрелы. Пятимся назад. Так, и спрыгиваем вниз. Да, спрыгиваем вниз. Что здесь у нас? Давайте зажжем спичку. Берем здесь кристалл. Может, еще что-то есть? Нет, больше ничего нету. Так, выходим отсюда. Так, смотрим. Что тут еще? Спички есть. Берем. Берем спички. Так, что тут еще у нас? Кнопка. Нажимаем на кнопку. И люк наверху открываем. Так, давайте еще на всякий случай все посмотрим. Может, что-то упустил, но нет. Ничего тут больше нет. Лезем лезем по лестнице наверх. Обратно. Так, лезем, 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 лезем.
и смещаемся на руках вправо. Так, чуть еще и смещаемся вправо. Отлично. Добрались обратно. Так, теперь спрыгиваем вниз. Хватаемся за платформу и ниже. Так, теперь вон на тот выступ прыгаем. Цепляемся. Так, отлично. Теперь залазим. А, нет, это у нас люк открылся. Залазим здесь. И все. Выбираемся отсюда, уходим. Так, у нас здесь есть зеленая платформа. Давайте опустим вот здесь вот рычаг. Так, и зеленая платформа ушла. Спрыгиваем вниз. Так, давайте на пистолеты переключимся. Так. Здесь есть щель. Так, птица. Вылетела птица. Где ты, птица? Птицу. Так, отлично, убили птицу. Залазим обратно. Так, спичку зажжем. Нет, здесь нет ничего. Переползаем вправо. Здесь можно так вот переползти. Так, в первом отверстии берем патроны для ружьишка. Так. Пятимся назад и ползем еще правее. Еще правее ползем. Ползем, ползем. Переползываем. Так, и здесь еще патроны к ружьишку. Это у нас второй секрет. Из пяти. Так, пятимся назад и возвращаемся. Возвращаемся. Ползем налево. Потихоньку возвращаемся. Так. Так, мы вернулись. Тут у нас есть еще одна дырка, еще две даже дырки, но они в одно место ведут. Давайте с этой дырки ползем вперед, налево, направо. Так, ползем, 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 ползем. Ползем, 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 ползем. И куда-то мы приползем. Так, ползем вперед. Так, куда-то мы приползли. Так, аккуратно. Там у нас кнопка есть на платформе. Давайте прыгнем к кнопке. И нажмем эту кнопку. Так, и мы открыли другую кнопку где-то. Так, что у нас здесь есть? Ну, у нас здесь есть этот... Как его? Подвесная платформа, она нам не нужна сейчас. Так что мы возвращаемся назад потихонечку. Так, аккуратно, аккуратно. Можно, в принципе, здесь залезть и аккуратно слезть. Чтобы без прыжков обошлось. Так, аккуратно слазим и ползем обратно. Ползем обратно. Так, сейчас нам нужно будет спуститься в самый-самый низ. Собрать там все, что есть. Так, левее, вылезаем тут. Так, разворачиваемся. Цепляемся. И падаем. Так, как это сделать? Вот здесь цепляемся, скатываемся по скату. Так, давайте ружьишко возьмем, а то тут сейчас чайники нехорошие. Вон впереди
Ладно, иди сюда, чайник. Завалили чайника. Давайте зажжем спичку, то опять плохо видно. Так, у него ничего вроде нет. Так, у него ничего нет. Прыгаем на блок. И падаем вот сюда, за кристаллом. Да, и спички подбираем здесь. Так, теперь пробежимся в тот угол. Посмотрим, что здесь есть. По патрончике Кузи забираем. Так, и по ящикам возвращаемся в начало уровня. Да-да, опять в начало уровня. Так, прыгаем вот на верхний ящик. На верхнюю платформу. Так, и по лестнице лезем вверх. Так, лезем, лезем, лезем. Да, мы где-то мы открыли кнопку, которую можем теперь нажать. Вот мы, собственно, туда и направляемся. Так, что у нас здесь есть? Там у нас вроде ничего нет. Лезем по этой лестнице. Выше. Так, залезли. Теперь лезем по этой лестнице выше. Так, лезем, лезем, лезем. Вон как высоко это все находится. Так, теперь разбегаемся и прыгаем. Так, теперь опять отсюда. Здесь мы будем слазить. Вот теперь давайте сохранимся. 17 кристаллов уже. Так, сохраняемся. И сейчас мы будем прыгать в другое место. Так, подходим к краю платформы. И прыгаем вон туда, на дальний уступ. Прям вот. Разбегаемся. И прыгаем. Так, получилось. Так, теперь переползаем пока на руках влево. Там у нас аптечка есть. Виднелась. Давайте ее сначала прихватим. Так, переползаем. Вот у нас маленькая аптечечка. Так, два шага назад и берем. Так, и переползаем обратно вправо. И будем забираться там. Так, переползаем. Так, забираемся. Отлично. Так, забираемся здесь. И идем сразу направо. Вверх пока не идем, не лезем. Идем сюда. Так, флаг Великобритании, кстати говоря. Так, прыгаем вперед. Давайте возьмем пистолеты. Так, забираемся здесь выше. Птица опять летает тут. Уйди, птица тупая. Так, убиваем птицу. Одна вроде, да? Так, и спрыгиваем вниз. Здесь берем большую аптечечку. Так, берем. И нажимаем на кнопку, которую мы открыли. Так, теперь... Отсюда. Что мы сделали? Сейчас узнаем, что мы сделали. Так, бежим отсюда. Прыгаем обратно на платформу. Так, давайте посмотрим. Мы... как его? Подняли эту... Ну,
Платформ, ну, качели, короче, мы подняли выше. Так проще будет их назвать. Так, и нам теперь что нужно? Прям на них прыгнуть. Давайте подлечимся, сколько у нас есть. Потому что сейчас мы немного потеряем. Ну, тут совсем немного. Так, и где-то опять птица летает. Ступает чертова птица. Где ты летаешь? Убиваем птицу. И к черту. Так, подходим к краю и прыгаем вон туда, где спички. Берем спички, видим замочную скважину слева, вставляем сюда ключ. Так, давайте что-нибудь такое интересное. МП5 возьмем в руки. Так, спрыгиваем вниз. Тут у нас какой-то чайник бегает. Или где ты бегаешь-то? А, он здесь? А, нет, он вообще не здесь. Здесь мы нажимаем кнопку. Так, и у нас появляются огни в комнате. Что мы делаем? Что мы делаем? Давайте сохранимся. Используем еще раз кристалл. Так, сохраняемся. Нам сейчас через огни нужно будет пробегать. Так, пробежали один огонь. Аккуратно, Лара, аккуратно. И надо второй огонь быстро пробежать. Так, бежим. Так, подтягиваемся. Там где-то чайник ходит, я его не могу обнаружить. Так, прыгаем обратно на качели. Так, теперь отсюда спрыгиваем вниз. Окей, спрыгнули. Теперь на эту платформу. И по знакомому маршруту уже идем. Так, лезем в знакомую щель. В общем, что нам сейчас нужно сделать? Все то же самое, тот же маршрут проделать. Лезем в начало уровня, потом опять прыгаем туда, но бежим в другое место. Так, давайте развернем Лару и спустимся. Так, а где там чайник ходил? Вы же его слышали. Так, спускаемся в самый-самый низ. Затем идем опять забираться. Так, три лестницы долгие. Ну что ж, забираемся. Что ж поделать? Такая миссия. Да, у нас уже есть 2 из 5 секретов в этой миссии. Так, перебрались сюда. Теперь бежим к другой лестнице. Забираемся еще выше. Так, теперь налево и последняя лестница. Полезли. Так, лезем наверх. Уже почти пришли. Так, разбегаемся. Прыгаем. Кувырок. Так, мы здесь. Отлично. Так, и теперь давайте опять прыгнем вон туда. Так, чуть-чуть отойдем. Прыгнем вон туда. Так, разбегаемся и прыгаем. Отлично. Так, вскарабкиваемся. И теперь идем не направо, а залезаем вот сюда. Мы потушили огонь тут.
в одном месте, а именно внизу. Это мы сделали. Вот там вот. Но туда пока не прыгаем, а прыгаем вперед. За третьим секретом. Так, здесь у нас патрончики к ружьишку. Подбираем их. Так, где-то чайник бегает. Так, нужно аккуратно, аккуратно спрыгнуть вон туда. Так, отлично, скатились. Здесь у нас ракета. И третий секрет зафиксирован. Так, лезем обратно. Аккуратно. Так, прыжок вперед. Прыжок вперед. Так, и теперь будем спускаться вниз. Так, спрыгиваем. Чуть-чуть потеряли. Ничего страшного. Так, и теперь дорога ведет вниз. Давайте скатываться. Скатываемся вниз. Так, кто здесь, а? Прыгаем дальше. Давайте зажжем спичку. Там у нас кристалл сохранения. Скатываемся к нему. Подбираем. И идем дальше. А, еще большая аптечка по пути. Давайте ее тоже возьмем. И скатываемся еще ниже. А, крысы тупые. Блин, давайте пистолеты возьмем лучше. Из МП5 очень... Так. И аккуратно, аккуратно спрыгиваем вниз. Давайте еще зажжем спичку. Аккуратно будем спрыгивать вниз. Так, мужик. Отлично. Я для тебя ружье подготовил. Давай. Двух пуль убился, отлично. У тебя что-то есть? Нет? Так, вот здесь осторожно. Здесь два люка, но они пока есть. Так, здесь две кнопки, закрытые кнопки. И рычаг. Давайте опустим рычаг. Какой-то звук издался. Но мы бежим вперед. Тут у нас два коридора. Справа первый и второй справа. Сначала бежим во второй. Так, пробегаем. Здесь у нас бассейн. Прыгаем в воду. В воде у нас... Что у нас в воде? Патроночки Кузи. Забираем. Маленькая аптечка. Забираем. Полезно. Все полезно очень. Так, плывем, проплываем. Так, вот тут дергаем рычаг подводный. Так, дернули. Отлично. Открылся где-то люк. Где-то открылся люк. Но не здесь. Так, теперь обратно. Да, там у нас еще один красный проход есть. Но он нам пока не нужен. Бежим обратно по желтому. И мы бежим обратно к двум закрытым кнопкам и главному рычагу. Этот рычаг вентилятор, ну, останавливает ненадолго. Ну как ненадолго, он его вентилятор крутится, вращается, но очень медленно. Вот я его сейчас в это положение поставил, потому что нам сейчас через вентилятор придется плыть. Так, мы идем на сей раз первый коридор. Так, надо было аккуратно, ну ладно. В воду. Давайте посмотрим. Может здесь что-то? Нет, не похоже, чтобы что-то было. Плывем в люк. Здесь у нас медленно-медленно вращается вентилятор. Ну, в таком положении он нам не страшен. Проплываем под ним. Да пропусти ты, вентилятор тупой. Так, и сюда. Отлично, залазим. Так, чайник там.
открываем чайник, у меня закончилось ружьишко мое. Так, и бежим вперед, бежим вперед. Что у нас здесь? Патрончики к ружьишку подбираем. Повылазили. Убиваем крысы и ползем в щель. Так, ползем в щель. Подбираем маленькую аптечку. Так, подбираем. И бежим дальше. Так, тут у нас лестница. Прыгаем на лестницу. Или не прыгаем на лестницу. Она нам, в принципе, не нужна. Просто спускаемся вниз. Так, а вот здесь у нас интересный момент сейчас будет. Давайте сохранимся. Вот на этом месте мы сохраняемся. Тут у нас вот такой вот ездит. Нужно, что, короче, нужно сделать. Сейчас он уедет. Тут у нас есть блок. Тянем блок на себя. Короче, его сломать, этот. Эту машину. Так, давайте пока подождем. Пока он уедет. Так, он уехал. Толкаем блок вперед. Так, толкаем блок вперед. Так, перепрыгиваем на другую сторону. Так, отходим. Отходим. Давайте лучше подождем. Он повторяет одни и те же комбинации. Так, лучше переждем этот момент. А хотя нет. Хотя стоп. Зачем ждать? Так, уйди отсюда. Толкаем блок вперед. Быстро, быстро отходим. Быстро. Так, он уезжает. Давай, вали отсюда. Тянем блок на себя. Так, отходим. Давайте посмотрим, как сейчас он будет ездить. Так, он впиливается в этот блок. Объезжает. Сейчас налево. Потом он как? А, он до конца. Сюда. Угу. Так, сейчас налево. И потом направо. Так. Толкаем блок дальше. Вперед. Толкаем. Толкаем блок вперед. Еще вперед. Еще вперед толкаем. Еще вперед толкаем. Так, он проехать уже не может. Так, теперь давайте посмотрим. Так, все, он вышел из строя, он сломался. Сгорел нахрен. Мы его заставили впилиться в ту стену, там что-то было. Щиток, по-моему, там был. Так, теперь бежим в этот конец. Так, тут у нас кристалл и кнопка. Нажимаем на кнопку. Кстати, да, нажимаем на кнопку. Что-то нам показывает эта кнопка. Так, ну а мы теперь уходим отсюда. Мы теперь отсюда уходим. Лезем обратно наверх.
Хотя нет, зачем? Ну хотя можно и так, ладно. Так, уходим отсюда. Ползем. Да, у нас должна была открыться первая кнопка, которая из закрытых двух. Так, давайте это проверим. Прыгаем в воду. Проплываем под вентиляторами этими тормознутыми. Я на самом деле удивлен, что мне никакого вреда вообще с такой скоростью эти вентиляторы не приносят. Ну да ладно. Так, здесь карабкаемся, прыгаем вперед и прыгаем выше. Так, опять по желтому коридору бежим. Налево. Так. Здесь у нас должна быть кнопка. Здесь у нас должна быть кнопка. Где она у нас? Вот она, первая кнопка открылась. Давайте какое-нибудь оружие другое возьмем. Ну, МП-5, например, дострелять надо. Так, и нажимаем на кнопку. Опять-таки опускаем. Так, понятно. Так, убиваем чайника там. И опять опускаем главный рычаг. Нам сейчас вентилятор нужен. Будет так. Внизу у нас, кстати, что-то открылось. Давайте аккуратно посмотрим. Но там у нас пропасть полная. Нам туда не надо. Так, а мы бежим опять ко второму проходу. Туда вперед. Бежим. Так, сюда. Так, плывем здесь, плывем в красный проход на сей раз, где мы еще не были. Так, плывем. Бежим по красному проходу налево. Да, и у нас здесь появилась вода. Ее до этого не было. Просто не ходил сюда. Так. Плывем вот сюда, здесь вылазим. Сейчас охранник уже выбежал. Убиваем охранника. Так, он меня здоровья чуть-чуть лишил. Давайте подлечимся. Так. И здесь мы нажимаем кнопку. Так, и открываем вторую кнопку. Отлично. Открыли вторую кнопку. Теперь бежим ко второй кнопке. Так, но вот засада. Вся вода ушла. Но не стоит переживать, потому что есть выход. Потолочная лестница. Кто еще не отменял? Так, перебираемся на руках прямо. Вон там проход виднеется. Так, перебираемся, перебираемся, перебираемся. Давайте пистолеты возьмем, а то тут опять крысы бегают. Убиваем крыс. Так, тут у нас есть маленькая аптечка. В расщелине, так. Теперь назад отползываем, так, встаем и бежим, бежим, бежим. Так, собираем кристалл, сворачиваем вправо. Тут у нас есть большая аптечка, берем ее. Так, и спрыгиваем в воду. Спрыгиваем в воду, так, к желтому проходу и бежим главным кнопкам. И рычагу. Так, понятно, чайник. Чайник, мне некогда с тобой возиться. Ты пойми. Давайте возьмем с одного выстрела просто. Рубанул. Так, быстро бежим. Ко второй кнопке. Вторая кнопка у нас вот эта, по-моему.
Так, аккуратно. Нажимаем вторую кнопку. Так, теперь возвращаемся в красный путь. Так, сначала сюда. Плывем налево в красный путь. Так, вода на месте. Но у нас открылся люк. Здесь зеленый люк, вот в него и плывем. Так, у нас здесь гарпунные стрелы можно подобрать. Давайте, кстати, зажжем спичку. Хотя нет, знаете что, давайте наберем воздуха и заново поплывем. А то там большой туннель. Так, поплыли. Набрали воздуха и поплыли. Вперед, не останавливаясь. Налево. Так, плывем, плывем, плывем. Можно зажечь еще одну спичку, чтобы лучше видеть. Так, и куда-то мы выплываем. Куда-то мы выплываем. Давайте наберем воздуха. И посмотрим, может быть, что-то тут у нас есть. Так, маленькая аптечечка. И, кажется, еще одна маленькая аптечечка. Так, забираем их. А, нет, это патроны к шотгану. Так, забрали их. Теперь... Так, куда теперь? Нет, не сюда. Противоположный угол. Да, вон у нас проход. Плывем к проходу. И идем вперед. Так, чайник вышел. И отвали. Так, убиваем чайника. У него маленькая аптечка. Берем? Конечно, берем. Так, а слева у нас кристалл. Тоже берем. Что ж, не взять. Так, прыгаем сейчас на лестницу. И лезем вверх. Вниз ни в коем случае. Там колючая проволока. Так, лезем вверх. Кстати, здесь тоже колючая проволока. Да, и мы оказались на другой стороне уже. Так, аккуратно, аккуратно. Давайте здесь и сохранимся. 19 кристаллов, в принципе, давайте сохранимся. Прям посреди колючей проволоки. Так, сохраняемся. И идем вперед потихонечку. Вот сюда подходим к краешку. А, нет, 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 не сюда. Вот у нас платформа есть. Давайте на нее и прыгнем. Так, прыгаем на платформу, подтягиваемся. Так, теперь прыгаем вон на крышу. Так, разбегаемся, подтягиваемся. Так, что-то там есть? Нет, не помню. Вроде ничего нет. Так, теперь аккуратно идем. И здесь прыжок вперед. Мы выходим к собору. Так, прыжок вперед. Прыжок вперед. Так, можно обследовать эту сторону. И аккуратно здесь можно даже спуститься к колючей проволоке. Аккуратно. Это вот так вот. Вот что я называю аккуратностью. Так, аккуратно спускаемся. И идем аккуратно пешочком. Прогуливаемся. Тут у нас есть патрончики для нашего орла. Так, берем их. И неважно где, в принципе.
взбираемся выше. Так, прыгаем вперед. Теперь сюда. Скарабкаемся. Так. Убиваем чайника впереди. Так, еще один бежит. Убиваем еще одного. Так, аккуратно. Так, давайте сюда пойдем, вот по этой стороне. Так, здесь у нас есть блок. Здесь у нас есть блок, его нужно куда-то толкнуть. Кажется, на себя. Толкаем блок на себя два раза. Так, толкаем. Лезем на блок. Так, здесь у нас скат. Сальто назад. Так, тут у нас ниша. Берем маленькую аптечку. Так, и прыгаем вперед за четвертым секретом. Не получилось первого раза. Ничего, повторим. Не проблема. Нет, не получилось. Так, еще раз надо. Надо вот за этот, за эту наклонность запрыгнуть. Там у нас четвертый секрет. Так, отлично, получилось. И берем здесь ключ. Необычно для секрета. Не знаю пока сам, для чего этот ключ. Но, видимо, пригодится. Так, теперь вылазим аккуратно. Так, все, с этим закончили. Так, теперь бежим аккуратно. Ограждаем. Так. Бежим направо. Так, где-то еще один чайник ходит. И спускаемся здесь. У нас здесь лесенка есть. Так, спускаемся за пятым секретом и последним в этой миссии. Так, спускаемся здесь. Теперь здесь. Это у нас большая аптечка, 100 лара. Так, берем большую аптечку. Так, и кажется, все. Все секреты собраны. Давайте проверим. Да, 5 из 5. И возвращаемся. Возвращаемся. Так, вылазим. По лестнице наверх. Да, я слышу, кто-то ходит еще. Кого-то я еще не угомонил, оказывается. Ну ладно. Давайте пробежимся налево. Может быть, тут кто-то. Кто-нибудь есть? Ну ладно, хрен с ним. В общем, прыгаем вот сюда, спускаемся вниз. И уровень пройден. Давайте смотреть кат-сцену. Commendable work ethic, I guess. Yeah, I put me hours into it.
As my father did and his father did it for. Well, how old is this, Miss Lee? I don't know. Late 20s? Early 30s? Right. Yeah. For some people, like yourself, we get a special bonus. I'm flattered. I mean, I could even be retiring from you. Then you might like to mind the bell. Happy retirement. Да, вот такая вот у нас получилась миссия. Первая в Лондоне. Причал Темзы. Ну что ж, сохраняемся. Я благодарю вас всех за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи и увидимся в следующей серии. Пока-пока!